Всем привет, друзья! ППК Лазер на связи. Перед собой вы видите не совсем привычный ракурс. Это у нас панель управления, которая отсылает именно к теме сегодняшнего видеоролика. Все потому, что это панель управления конвейерной линии. И речь пойдет не просто про конвейерную линию, а про маркировку конвейерной линии. Здесь вы видите уже привычный корпус лазерного маркировщика, коллиматор, сканатор. Но дьявол кроется в деталях. Здесь у нас специальный контроллер, который заменяет компьютер и позволяет нашему маркировщику работать в тандеме с конвейерной линией и иметь полную отдачу от нее. В этом ему помогает вот такой энкодер, который считывает скорость движения линии. И также есть такой вот специальный маленький датчик по пересечению. То есть у нас может срабатывать как по пройденному расстоянию, так и по пересечению данного лазера, чтобы маркировать именно в тот момент, когда товар попадет под зону действия коллиматора. Здесь у нас есть специальная штанга, которая позволяет регулировать по высоте у нас положение. Также у нас можно регулировать по вылету. Есть поворот, то есть можно менять угол. Сейчас мы этого делать не будем, не очень удобно. И все это у нас размещено на такой вот панели с регулируемыми ножками. То есть поставить можно в любое место, настроить под свою конвейерную линию. Вместо такого конвейера может быть большой конвейер, может быть протяжка какого-то трубы, кабеля или всего что угодно, что нужно маркировать. Давайте поближе к интерфейсу. Посмотрим, что у нас тут есть. Здесь все упрощено. Здесь у нас в настройках можно выставить скорость, мощность, частоту. Все как в ESCAD на компьютере, но попроще. Тут у нас можно сразу поставить текст, можно QR-код или же штрих-код добавить. Можно загрузить какую-то свою модель. Здесь специально для этого имеются входы. Вот, USB это с заглушками и Ethernet. Также для подключения к сети. Вот, давайте сейчас попробуем для теста составить текст, дата. Вот давайте мы сделаем вместо года день. Вместо дня год, чтобы более привычно было. 26-е, 1-е, 23-е, окей. Окей. Все, вот у нас появилось, все можно подвинуть. Туда, сюда, повернуть. И можно посмотреть, где она у нас сейчас будет находиться. Вот видите, она у нас появилась, значит тут у нас и будет маркироваться. Осталось настроить все нюансы, чтобы по определенной скорости оно срабатывало, или же по пересечению. Но об этих подробностях в следующий раз. И можно будет нажать старт для того, чтобы начать маркировку. Сейчас, чтобы не портить вид нашей конвейерной линии, я ее запускать не буду. На сегодня все. До скорого, друзья. Увидимся в новых видеороликах.